На протяжении месяца студенты средних и высших учебных заведений нашего города пели, танцевали, рисовали, фотографировали и создавали собственные коллекции одежды. Тема этой студвесны – «Будь собой», поэтому артисты могли показать то, в чем особенно хороши. Ну, это нам очень близко, потому что мы занимаемся именно народным творчеством, и мы были собой сегодня, потому что это что-то новое. Тут очень много всяких направлений, которые нам, например, мы с ними еще не так много сталкивались в своей учебе. Конкурсные программы фестиваля в этом году представлены следующими направлениями: концерт самодеятельного творчества, музыкальное, танцевальное, театральное направление, люди с большими возможностями, арт-объект и оригинальный жанр. В гала-концерте приняли участие 9 учебных заведений города. Участников наградили дипломами. А кто будет представлять наш город на областной студенческой весне, жюри фестиваля пока держит в секрете.